Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. Искусство, что граничит со спортом, где сила и выносливость так же важны, как пластика и грация. Танцевальная акробатика в России с каждым годом набирает популярность. Теперь и в Люберцах появилась такая студия. Какие качества воспитывает этот вид спорта и что такое танцевальная акробатика в нашем сюжете? Сложно поверить, но когда-то Ксению Борисову не брали в студию акробатики. Ей было 10 лет. По меркам спорта – поздно. Но она доказала, что не только может заниматься акробатикой, но и достойна быть в рядах лучших. Побывав в разных странах, став лауреатом и призером всероссийских и международных фестивалей, Ксения решила заниматься тренерской деятельностью. Я с 14 лет, да еще и раньше, просто мечтала о том, чтобы работать с детьми. Мне это очень нравилось. И начинала я с того, что помогала своему тренеру проводить тренировки. США, Венгрия, Финляндия, а теперь и Россия. 7 лет тренерского опыта. В Люберцах Ксения 2 года. Сейчас под ее крылом 15 юных спортсменок. Представь, что здесь конфетка. Давай конфетку доставай. Доставай, доставай. Оп, а другой ручкой. Еще. Молодец, уже почти достала. Самой маленькой участнице Софьи Антошкиной всего 4 года. Она пришла в студию 2 месяца назад, но уже шпагат, мостик и колесо подаются юной спортсменке на раз. Что для тебя самое сложное? Самое сложное? Сальто. Сальто? А шпагат? Чуть-чуть несложное. Почему такой большой разбег для такого легкого движения? Максимум вальсет и сразу рандат. Даша и Вика Дулинцова-Смешко – родные сестры. В этом году на фестивале «Спорт как искусство», который проходил в Москве, девочки заняли первое место. Сейчас им предстоит показать свои номера на фестивале в Сочи. У нас будет быстрый танец, вот как раз в этих купальниках народных, и будет медленный под плавную музыку в голубых купальниках. А нет, фиолетовых и белых купальниках. На выступлениях сестры гармонично дополняют друг друга. Как отмечает тренер, Даша необыкновенно артистичная и энергетически сильная, а Вика ответственная, сдержанная и пунктуальная. Даже на занятиях Вика проявляет лидерские качества, помогая младшим в выполнении элементов. И хотя студии всего 2 года, здесь сформировалась дружная и сплоченная команда. У девочек даже есть свой девиз. Красота и пластика – это все гимнастика! Мария Кузьмичева, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.